Чё как, мужик? Это Гэри. Гэри Фолкнер. У него не было цели. У меня было столько фантазий о тебе в старшей школе. Да я потратил кучу салфеток. Это отвратительно, но я в деле. До этого момента. Привет, Гэри. Господь, я хотел бы попросить тебя об одолжении. Одолжение? Поезжай в Пакистан и схвати для меня Бен Ладена. Схватить Бен Ладена? Мы тут о судьбе говорим, Гэри. Да. Основано на реальных событиях. Ты и Осама Бен Ладен? Это безумие. У меня много дел. Надо все распланировать, тренироваться. Слушай, не хотел бы я быть тем парнем, но не уверен, что ты доплывешь до Пакистана. Я плыву. Это Пакистан? Нет, сеньор. Причина приезда? Уладить одно дельце. Ну так и как вам тут, в Пакистане-то? Пакистан очень-очень прекрасно. А я люблю Америку, так что мы квиты. Я тоже люблю Америку. Это что, американцы на свободе в трущобах Исламабада? Он ищет Бен Ладена как одержимый. Здрасте. Твою мать! От режиссера Барата. Ты хоть чего-нибудь боишься? Тебя хоть что-то пугает? Когда Америке нужен герой, это твоя безумная фантазия, что ты Джеймс Бонд или типа того. Боже правый! Гэри ответил на зов. Видишь тот мотоцикл? Он едет к Осаме Бен Ладену. Вы серьезно? Николас Кейдж, Венди Маклендон Кови и Рассел Брэнд в роли бога. О, господи! Полезай в грузовик, Гэри. Да, Всевышний. Не Всевышний мне тут. Да, Всевышний. Хватит уже. Да, Всевышний. Теперь-то что? Это тебе не Аладдин. А я не Джин. Армия из одного. Добро пожаловать к бундюкам из Аль-Каиды, в мою пещеру. Меня зовут Осама Бен Ладен. Слева мои братаны. Вот этот чувак, белые сутцы с него, погоняла милкшейк. Переведено и озвучено «Атак Дог».